Во-вторых, еще раз хочу это, об этом сказать. Мы не начинали никаких боевых действий. Мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и тех, кто их поддерживал в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. С этого все началось. После этого последовали события в Крыму и на Донбассе. И вот с 2014-го, в нарушение всех договоренностей, в нарушение всех взятых на себя обязательств, эти регионы Донбасса были взяты практически в блокаду, по ним начали работать с помощью тяжелой техники военной, неоднократно проводили крупные военные операции. То есть вот они начали войну тогда.